Рубрика «Армейские байки от Афони». Давай, погнали. Ну, блядь, приехал в армию, блядь, курить захотел, пиздец, как. И, блядь, в толчок зашел, блядь. И как раз, ну, дембеля дежурные были, блядь. И я, блядь, покурил, блядь. Не докурил, блядь. Деньги стучатся, блядь. Я говорю, что надо, блядь? Ты ему? Да. Ты что, душа, охуел, блядь? Я говорю, я тебе сейчас, блядь, в очки утоплю, блядь, кто душа, блядь. Откуда такие слова знаешь, блядь? Покурил, блядь, как настоящие деньги, блядь. Ухожу мне с башки, бабас в нос. Я говорю, да ты вообще охуел. Как начал его там душить в туалете, блядь. Смотрю, блядь, его дембеля, и мой призыв бежит, блядь. Чуть вся казарма, нахуй, не расхуярила, блядь. Да? Потом, блядь, хусин, я двоим-троим щелкнул, блядь. Успел. Успел. Но не запинали потом, блядь. Запинали? Не запинали. Комбат прибежал, блядь. И комбату чуть не щелкнул, блядь. Ага. Если бы щелкнул, блядь, на губы бы точно отправил, блядь. Я, И блядь. чё, как ситуацию разрулили? Ничего, блядь. Что случилось со мной? Дома, блядь. Дух, блядь, вообще охуел, блядь. Курит толчки, блядь. Жалуется ему, блядь. И хоть хотел мне еще очки утопить, блядь. Дембеля отвернулись, блядь, и ушли. Потом, блядь. Ну, на следующий день, блядь, уже как взрослый говорю, блядь. В туалете нельзя, да? Нельзя. Уже, блядь, как взрослый, блядь. Мои дембеля, блядь, очковали, а мне похуй. А дембеля курили сами? Курили. Ну понятно, но нельзя для особого концидента, как и Да, везде, да? я курю, мне похуй, блядь. И, блядь. Ну, блядь. Все, потом разошлись спать, блядь. Самое интересное, сплю ночью, будет он, блядь. Ай да, говорит, поговорим о нем. Кто? Он. Дембель? Да. И ты Ага. чё, блядь, мало пизды получил, стоишь собаку, еще по голове его ебал. А? Стою, блядь, и говорю, чё, мало пизды получил, блядь. Ага. Стою, блядь. Ты хули так плюешься? Ед, блядь, сапогом, блядь, поебал. Стучал, говорю, чё, блядь. Жить надоело, я один нахуй. Дальше спать, блядь. Двое уже подходит. Будет, блядь. Я говорю, чё, блядь, охуели, что ли? Будить меня, блядь. Обоим нахуй ярил, блядь. Потом армян, не армян, блядь. С ним пошли, блядь. Деньги. Блядь, откуда у тебя столько дури, блядь? А он тоже деньги. Я говорю, хочешь, и тебе пизды сейчас дам. Ты чё, охуёшь? Я с тобой курю, как настоящий ты деньги, блядь. Мои уже дембеля, блядь, трясутся, блядь. А моя какая проблема? Я говорю, блядь, курить хочу. Хочу, блядь. Поссать, блядь. Где хочу, там я пасу, блядь. Один раз он убедился, идет роту, блядь. Сать захотел, блядь. Ты? Да. Встал. Не плюсь только. Вылечит кай и высосал, блядь. На газон, блядь. Идет, блядь. Старшина говорит, ты че, блядь, охуевший? Ну нет, старшина пизды мне дал тогда. Я же тебе, блядь, деревенский Афоник пизды получишь, блядь. Хуйня, потом, блядь, вместе водку жрали, нахуй. Там сало, водка, Так, ну блядь. это, ребята, рубрика «Байки». Армейские байки от Афони. В общем, если было интересно, вот, мы еще... Есть что еще рассказать армейское-то? Да хуя. Да хуя! Ну давай, тогда что подписчикам это? До следующей скорой встречи, да? Что нужно сделать? Подписаться на какой канал? Да на любой, потому что Ну ссылка. да, твои ссылки оставим внизу описания, да? Оставляю, пусть Да? добавляется, да. Афони ТВ, да? Да. Вот, ну ладно, что. Давайте.
И это какого? На карточку деньги кинули. Тысяч пятьдесят. На что тебе Там денежка? вообще пиздец байки пойдут. Там не только армейские, блядь. А? Там не только армейские пойдут. А, ну хотя бы ты вот заинтересуй, что там в ближайшем можно. Какой? Что там, скандал с прапорщиком или с кем? Было такое? Как прапорщик мне, блядь, с воздушки. В жопу стрельнул, блядь. За косяк. Да. Ну ладно, вот как раз, да. Следующая история. Наверное, если это понравится, и это видео, и наберет оно большое количество лайков. Вот так, внимание, ребята. Афоня ТВ, это правильно? Деревенский Афоня ТВ. Да, деревенский Афоня ТВ. Подписываемся на канал. Внизу будут ссылки. Лайки. Нахуй не нужны.